складчик. У одного, у другого, и так. Я вам так. Не, надо вот там работать. Чтобы не они подходили, а они сидели. Да, я понимаю. Они сидели. Дорогие Кришна, дорогие Вайшнавы, Вайшнавы, Сатарки, Бхакти. У нас сегодня початок открывает, но я думаю, полный рабочий день, Вайшнавки представляют. И у нас еще впереди багато дней залишилось. Але це так стається матеріально у світі, що все просто закінчується. Вайшнави, ви знаєте, він, як ви що він не буде вічно, він закінчить. Хари Кришна, можно еще? Милость безгранична. Хари Кришна, уже больше не смогу. Хари Кришна. Хари Кришна. Можно еще ложечку? А что там нету? Нариска? А еще дарис. А как это называется? Махабриджал. Махабриджал. А можно еще чуть-чуть? Да. Остренького. Оно острое, да, в ходе, да? Может и нет. Сегодня утром был сладкий аж. Ну да, тут видите, кто готовит. Маленькая семья такая вот. Ученики Чайтанья Махапрабху, Господь Гауранга. Это все его спутники и его верные слуги. Принимают прасад, принимают милость Господа. Прабху, как вам служение прасаду? Хорошо. Вот, видите, все довольны. Хари Кришна. Все счастливы. Большая семья. Тут булочки раздают, хлебушек сами пекут. О, Хари Кришна, какая булочка. Можно еще одну? Ой, Хари Кришна. Ну, в общем, нектар, нектар. Поливайся нектар. Спасибо, Хари Кришна. По полной программе. Большой семье. В зале. Еще одну положите, так считай, чтобы дотроиться. О, Хари Кришна. В общем, благодать. Благодать проливается. Проливается бурным потоком. Булочки свежие, печеные сегодня. Пекут на закваске, никаких дрожжей не используют. Это очень полезная пища. Всем харибол, приветствую всем и Хари Кришна.